Бюджетом в семье управляют взрослые, поэтому повзрослевший ребенок, выйдя в большой мир, сталкивается с финансовыми проблемами. Берет необдуманные кредиты, неграмотно распоряжается деньгами и влезает в долги. Поэтому эксперты убеждены, что знакомить детей с финансовой грамотностью нужно уже в школе. Сегодняшние дети – это будущие участники финансового рынка. Однажды им предстоит стать вкладчиками, заемщиками и налогоплательщиками. Если ребенок на «ты» с финансами с детства, уверен эксперт, шансы попасть на уловку мошенников или оказаться в неприятной долговой ситуации практически равны нулю. В игровой форме рассказываем вам, что такое, в принципе, бюджет, что такое доходы, что такое расходы. И при помощи этих игровых схем он уже на практике узнает, что сегодня за один день он не сможет накопить и купить завтра iPhone. И ему придется прикладывать много усилий, чтобы на него заработать и в дальнейшем совершить покупку. А возможно и не совершить ее, а потратить эти деньги на будущее свое образование. Например, с оплатой товаров в интернете дети сейчас сталкиваются в раннем возрасте. Поэтому специалисты рекомендуют проводить уроки финансовой грамотности в школах, начиная с первого класса. Сначала ребята знакомятся с историей денег, потом погружаются в правила составления бюджета. Чуть позже досконально разбираются, как правильно пользоваться банковскими картами. Знания в нашем мире – это не только сила, но и безопасность. А помочь их получить жителям Дона могут в Ростовском центре финансовой грамотности.